Оператор, слышь? Нам тоже нужна картошка. И только? Цибуля, и сало, короче. Заодно и цены узнаем. Друзьяки, всем таки доброе утро. Мне, подожди, что-то тут не то. Эх ты, как я выгляжу, нормально? Шикардос? Алиночка, целую ваши ручки. Я ваша навеки, елки-палки. О, тем более сегодня праздник. Ребята, всем любви, тепла, добра, мира, короче. С праздником влюбленных. Так и так? Друзья, всем привет. С вами я, Скрип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья. Чтобы вы нам были здоровы. Короче, мы на базаре, нам нужна картошка, надо, короче, там для вас за цены поинтересоваться. Сало сегодня надо, знаешь, сколько? Что я с тачкой буду два раза в машину бегать. А где тачка, ты взял? Не взял. Я ж хочу начать с картошки. Сейчас у Гриши тут возьмем картошечки, там, цибульки, может, там, буречка, в конце концов. Тяжелую артиллерию закину в машину, короче, а потом гай-гуй, пойдем налегке пройдемся, посмотрим, а давно, тем более, вырезка? Не были. Вырезка и в мясо зайдем, я тебе сказал, сало, короче. А там рядом и мясо, там тебе и вырезка, там тебе и барашек, шмарашек, что хочешь. И копыта от головы коровьей. Все есть. Что, Любчик спит, нет? Спит? Да. Уснула? Ну такое, я ж только беру в руки, все, у меня дети сразу спят. Ага. Это не у тебя там дуркуют. Ну, тогда я ночью тебе буду давать детей, чтобы у тебя не дурковали. Та песню послушай. Давай. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги, дороги. Качай. Нам любые... Идем на базар. Дороги, дороги, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, е-е-е-е-е. Слышь? Такая картинка рыжая сразу встречает, да? Заходишь и ослепительно красиво, елки-палки. Бабах-трахбах. Что, Гриша на базе? Молодой человек, ты куда? Чуб поправил и сюда. Только не кричи. Так, я не кричу, что ты успокойся, елки-палки. Ты уже, давай, уже оставляй мамашу дома. Ты уже Катюня, мой любимый человек. Пройдемте. Здравствуйте, доброе утро, салют. Да не раздевайся, все нормально, порядок, давай, блин, чтобы ты не был здоров. Нам надо что? Сеточку лука. Сеточку лука, сеточку картошечки. Картошки. И, короче, и бурюка накидать нам. С морковкой. С морковкой. Давай, я понял. Да не очень братик, крупный. Любой красивый. Вот то, что взял, давай сюда, да. Почем он сегодня? 45. 45. Мама дорогая, это что, из-за влюбленных? Они же наоборот цибулю и чеснок не едят. Вообще должен в этот день бесплатно должны раздавать. Подняли. Так. Запоминай, записывай. Мне это не надо. А потому что что? Добрым делам учет не нужен, правильно? Правильно. Это мы людям хорошим сейчас хотим завести. Как в том мультике? А за что? Просто так. Та-т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 а. Так, держи. Вот как я хорошо начал. И машина недалеко сейчас, и руки будут свободны. А то ходи, шо орангутанг. Может, еще и тачка есть у Гриши? Да я тут не даю. Как это? Да, ну, тачка есть у Гриши. Не очень крупные бери. Катюня, это не твоей маме, успокойтесь. Он взял одну морковочку, приготовил супчик, а взял другую морковочку, приготовил мяско. Взял третью морковочку, салатик настругал. Понятно? Ты так говоришь, как будто бы готовить умеешь. Ну, звучит неплохо, елки-палки. Звучит очень даже ничего. Хватит меня уже унижать. Да я не унижаю, я тобой горжусь, ты что? Слава богу, что ты не готовишь. Хватит уже, ну куда ты суешь? Ну, еще одну. Слышь, ты какая-то сегодня нудная. А ну, давай ты сегодня помолчишь. Легко. На что спорим? На полпачки майонеза. Я не ем майонез. Тогда, получается, я выиграл? Все. Еще что? Ничего, все, порядок. Картошку. А, картошку ты же не дал, не дал еще? Да давай любую красивую домашнюю. А где лимонка? Вот давай лимонку. Елки-палки, она вкусная. Вот это вот сверху вообще красивое, бесподобное. Ёшкин ты кот. Ты что, нам точно не надо, Катюня? Тебе надо? А вы будете картошку с грибами готовить? Возьми. Будем. Тогда. Гриша, давай тогда нам еще такую сеточку. Еще у нас такой рецепт есть, да, у меня лежат белые свежие грибы. Вот эту, это поинтереснее, да. А точно вам целая картошка нужна? Это у нас казан 30 литров. Нет, мы не будем 30 литров готовить.
Мы маленький казанчик используем. Слышишь? Конечно, если бы не Фурик от Алины Маршал, я бы не знаю, как я тебя выдержал. Вот только он мне дает, короче, тепло, тепло, доброту, любовь и бьет мне в голову так, что, короче, любые твои слова, вот я вот непонятные, конвертируются, и я только слышу пение птицы. Поняла? Угу. Так что, ребята, если у вас там тоже аналогичная ситуация, рекомендую Фурик от Алины Маршал. Ты шо? Легенда живая. Аж мурашка на весь пошел. Ничего, сколько грошей? Ну ты не, как в день влюбленных сделай небольшую скидочку. 713-700 гривен. Ну, небольшая. О, вот такой мешочек. Сейчас я туда и буряк, и морковку. И лук можешь. Так. И лук могу. А где ты его дал нам, Катюня? Вот это, да? Вот этот лук, все, я понял. Все остальное посчитано. Так, закидывай. Все, шикардос, давай, нормально. Так, тебе бабосы? Риша, в моих руках все стоит. Давай. Картошку кидай. Скидку еще один. А, еще одну скидку? Это мне, понял? Тебе он сделал 13, мне 20, так что... Мужская это солидарность, никто не отменял, красава. Все, гайгу, я сейчас вернусь. Ты поняла? Первые бабки, елки-палки, слышишь, красота. А они как там делают обычно? По карманам, чтоб водились. Что, картошка заморская? Да, штучки 4 у меня хорошие. Доверься мне, оператор, елки-палки. Ты что, я тебе сейчас тут полохмачу, короче. Вот то, что доктор прописал, это на сегодня. Это вот на завтра, на послезавтра. А это мне. Долли. А что, тоже хочешь? Детям. Ну, я вчера взял, но маме. Ну, давай. А что, правда, что Долли самый вкусный банан в мире? Самое известное в Одессе – это молдаванка и пересып. А Доли то такое, короче. У нас лимонов нет. Серега. Привезли, хорошо. Ну давай. Возьми хотя бы штучки. Слышь, 4. Это цена? Нет, давай сегодня по такой. Что это? Что это? Давай, почем эти лимоны? 85. Это ни то, ни другое, короче, ты поняла? Тоже мне. Ага. Нумерация, да. Это был 99-й лимон, хватит, короче. Говорю. Тихо, извини, вот еще один, а. А что, ты не любишь? Я тебя умоляю, оставь в покое. Я люблю, черный. Ну, у нас, знаете, как утро начинается? Ну, давай, расскажи. Я ей милая. Вставай. Она мне, а ты мне воду с лимоном принес? Все? Да? 510. Давай. Ты же помнишь, что сегодня праздники, скидку надо делать? Он уже с водой идет. Все, 500, я договариваюсь. Сегодня, короче, сдачи мне. А я рассказываю, что ты уже с водой приходишь с утра. Ну да, и поливаю ее, короче, вставай, говорю, давай, что ты дрыхнешь, елки-палки. А обед уже на дворе, нет? Нет. Спасибо огромное. Слышь, так что мне опять машину бежать? Ну, бегай. Спидометр надо себе. Давай, ты помнишь, сколько там без скидки? Только беги без сигарет и назад возвращайся, быстренько, раз, два. А ты как видела, что я там? А что, так долго можно делать? Стоял. Куда ты, тропинка, меня завела? Без милой принцессы мне жизнь не мила. Ах, если, Катюня моя, ты мне показала, как бреешь себя, ведь я не могу. Совсем, что ли, уже там походил? Дурында, ты уже, скажите, я любя, конечно, сказал. Чувство юмора потеряла? Потеряла, да. Что-то ты сегодня в ударе. Давай идем купим мясо, и мы его в баню. Рот порвался. А что случилось? Синенькое что-то. Знаешь, как в детстве меня все время дразнили? Пшел ты. Говорили, поверни, сказал. Пшел ты. Спрашивали, Катюня, у тебя здесь болит? А я говорил, нет, не болит. И что? Ты не знаешь, что там дальше отвечать нужно? Я вообще в твои глупые... Куда ты идешь? Нам за мясом. Ты меня сегодня... не нравишься.
Ох, какая собака красивая. Вот собаку себе заведу, буду с ней жить. Ты видишь, какая красивая? Я хочу вот какой-то вот ты идешь. Все, мне уже не интересно. Ты нудная, красивые, давай. Вот что хочешь, красивые давай. Я молчу. Для салата. Молчу. Туда ты мне сказала, не ходи, короче, яблоки поморщенные тебя вообще не интересуют. А слушай, тебе же еще орехи нужны были. О, кстати, да, здравствуйте. Почем? А почем вот такие вот интересные у вас орехи? 200 гривен килограмм. 200 гривен килограмм, понятно. А если мы... Ой, даже будешь поинтересоваться, что это, кошачьи? Нет. Что-то полезное по-любому. Очень полезное. Очень полезное. Я понял. Сколько нам надо? Пару килограмм? Ну, наверное. Нам на доброе дело надо пару килограмм орехов. Мед мы уже купили. И вкусных орехов. Да, попробуй. Почем орехи? 200 гривен килограмм. Подешевели, говорят. Нет, да, прямо даром. Да? Не, сегодня день влюбленных, должны скидку сделать по-любому. О, выкатился. Так. Сало, орехи. Вон все люди улыбаются, кроме тебя. А я ржу, есть там Серега. Песня про Несмеяну какая-то там, я уже забыл слова. Наверное. Говорят мы бяки-буки, как выносит тебя земля. Дайте что ли карты в руки, погадать на короля. Сейчас я оставлю телефон. Ой-ля-ля, два. Ой-ля-ля. И... По килограмму, договорились. И больше не буду снимать, слышишь? Погадать на короля. Вот это я расслышал перед тем, что еще я больше раз не буду снимать. Повторяю. Что? Еще раз. Ты вот так вот выразишься, я оставлю телефон и не буду снимать. А как я выразился? Некрасиво. А теперь послушай меня. Короче, если ты не перестанешь себя вот так вот вести, то я вот арендую вот тот кабриолет, вот тот. Продукты здорового життя. Вот все, что ты любишь, да-да-да. Кину тебе туда пару авокадо, короче, и буду гонять с тобой по базару. А я думала, ты там жить будешь. А некому сейчас гонять? Да, считайте, что есть, елки-палки. Права не надо, хотя у меня есть на все виды трактора. Приезжаешь. Давай, не, я милиция иду, иди сюда, целоваться. Любовь моя любимая, родная девочка. Фу, что бы я без тебя делал. Так что ты говоришь, у меня тут рот? Да, синий. А я синенькой себе вчера там мазал. Порвал рот? Связки смазывал. Какие связки? Голосовые какие. А какие там что еще есть? Чтоб рот на шпагат садился, не знаю, там что угодно. Ты что, почти все забрали? Катюша, не ухай, деньги давай, елки-палки. Ухает она, видишь, ты посмотри на нее. Слышишь, тут по килограмму у тебя два? Да, да. Ты хочешь еще? А дайте еще в один пакетик полкило. Надеюсь, маме? Не моей. Опача, а чьей? Ну, какой-то маме там нужно, Вовиной маме было. А, так еще килограммчики дайте. Нам и для своей мамы не жалко, а для чужой мамы так. Вот. Все, добрый путь. Спасибо огромное, спасибо с праздничком. Большое, погнали. Так я что-то не понял. Ты меня увела с той шикарной половины базара. Потому что нам больше ничего там не надо? Нет. А полюбоваться? А, ну на обратном пути зайдем. Там же так красиво, елки-палки. Там все времена года вот в той половине на киевском рынке переплетены. Хочешь вернуться? Ну, сейчас ищу в себе компромисс, чтобы тебя не перегнуть, понимаешь? Ну и самому не прогнуться, да что я делать? Я легко вернусь, хочешь, пошли назад, Сережка, не вопрос. Кто кого прогнул? Надо, пошли, не надо, пошли за мясом. А, идем, ты бросок через бедро. Пошли, возьмем мясо, все равно машина там, в конце зайдем, правильно? Лучше скажите мне, как вы будете эту картошку готовить? Я вот думаю, что нам еще на нее нужно взять. Ну, там надо картошка, грибы, мясо, сливки. Грибы у нас есть, сливки. Картошка тоже уже есть. Картошка, все? Ох, а капусты, гора какая, ё-моё. Смотри, детям цветная, брокколи, он недорогая, что надо? Чеснок, в конце концов. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас тут самая красивая гора в Одессе. Ёшкин ты кот. Ну да, все для людей. Скажи мне, что надо тебе? Ничего пока не надо. Даже белый лучок полезный? Да. Даже белый. И синенький не хочешь? Нет. Тяжело с тобой, конечно. Твои деньги тратить. Ну ладно. А это самая рыжая гора, да?
Нет, там лежит, а мы уже здоровались, он бегает. Спасибо и тебя с праздничком. Да, здесь еще нет. Хурма осталась, нигде в Одессе нет, ты понимаешь? Да. Апельсины недорогие, да. А виноград какой? Не, я когда смотрю на виноград, сразу в голове попкорн, и хочется жарить. О чем? А что, почем? Не видишь, что ли, елки-палки? А мы сцены не пишем. Кардинал сладкий, правильно? Да? Чтоб не пугались. Чтоб людей приманивать. Скорую дорого вызывать. А что, ты дал мандарины по губам помазать, и все, и стал человек. Манго просят, елки-палки. Ты что? За манго еще должны ламбаду танцевать. Пританцовывать. Слышь, и у ребят орехи. Сегодня что, все орехами торгуют? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здоровенькие были. А где брат, коллега, твой напарник? Отдыхает. А, как ты сказал? Отдыхает? Да. Ты слышишь, как люди разговаривают? Отдыхает. Ну и пусть отдыхает. Давай, ребята, вас с праздником, ему привет. И погнали. Так шо? Он правильно говорит. Отдыхает. А я что говорю? А ты отдыхнешь, говоришь. Ну, отдыхаешь, какая разница? Отдохнешь. А, все, заморочила меня. Алиночка, еще раз спасибо. Отдыхает, но отдохнешь. Эх ты, надо тебе что-то... Фарш надо? Не, у меня свиноговяжий тоже присел. Свиноговяжий? Будете свиноговяжий. А здесь... печень какая красивая, слушай. Еще и печени надо по 150? Фига себе. Прям фуагра куриная. Да, очень, да, очень немаленькая. Так что, надо что-то? Нет, мне ничего не надо. Все. Николай, давай. Спасибо, чао, какао. Праздничком. Тут вот ты никого не поздравляешь сегодня. Да я начал видео с того, что любите друг друга, ребята. Дружите, ребята, там, губами, там, чем угодно. О, бублики. Что? Да бублики, ты, ёшкин ты кот. Хочешь? Ну, дети, наверное, я же сразу чай захотел. Здравствуйте. Да. Занимаю очередь, вот пока стояли, профукали. Ничего, сейчас высунут. Ты все возьмешь? Слышь, аж чая захотелось горячего. С лимоном. Тогда? Да, и сливочным маслечком намазать. Бублик? Так разрезать по половинке. У меня так делали в детстве, Серега. Да, ну ладно, что, все по-разному делают. А дайте нам штучек 5 бубличков, пожалуйста. Даем. А сколько? Так они в упаковке. Все. Нет, они приезжают вот так, но я всегда по пяток их складываю. Ёшкин кот, как пахнет детством. Катюня, дай денег. Да. Сколько? 67-50. А дома хлебушек есть? Может, половинку чего-то хлебушка? Чего-то хлебушка надо половинку? Возьми. Давайте вот темненького, вот такого красивого. Добрый. Есть гречневый, очень... есть без дождевого. Не-не, я гречевый. Вот такой люблю. Вот такой люблю тоже. Добрый. Это четвертый это... хлебозавод. Дарнишка. О, так у него же самый вкусный хлебушек. Нужен? Давайте, пригодится. Добрый. Смотри, а цены, Катина? Ой, скотина. Катюня. Картина, я хотел сказать. Картина, Катюня, маслом. А сказал скотина, извините. Так получилось. Фу, Серёжа, ну тоже... я не услышала. Я тоже не услышала. Возьми мне еще 2 рогалика вот с кунжутом. Какие? Вот. И 2 рогалика нам еще вот этих вот одесских с кунжутом. Дайте, пожалуйста. Вот таких вот с кунжутом? Вот, совершенно верно. Ёжики. Ёжики, ага. 71 и плюс еще 24. Плюс 24. 105 гривен, пожалуйста. Сколько? 105 гривен, пожалуйста. Катюня? А, здравствуйте. Что это? Снимай. Я после того раза. Биток. Ну да. Ты шо, я же за ними пришел? Обалдеть, ты не понимаешь. Я его уработал за 2,5 раза, короче. Где он вот этот вот? Ты Марату обещал рисовую кашу. Кстати, и Марату возьмем килограммчик. Давай. Иди сюда, покажи людям, что, где рис вкусный. Килограммчик? Да. Это Марату килограммчик? А ему 10. А мне килограммчика 2, может 3. 2 хватит, да? Лучше за свеженьким пойдем. Это же. Да. Смотри, какой пузатенький круглый есть. Ребята, это тот рис, который имеет вкус. А это просто бомба дробилова. Посмотри, какое. Ёшкин кот. Я ему каждое утро рисовую кашку варю. Чуть фурик не упал, елки-палки. С изюмчиком. Приснится ж такое. Жор, я правду говорю. Ладно, да, ребята. Каждое утро вообще уже. Молочную. Туда уже кусочек... тут сидит, короче. Кусочек сливочного масла туда кладу. Он так красивенько желтеньким растекается. Ложечку красивую. Ты что, а как и это? Все, и все это с чаем подаю, с горячим. Как она стелит? Я тебе говорю, блин. Умница.
Ах ты, рис килийский. И кускус бомба, и булгур, короче. Да я теперь понимаю, что лучшие каши в Одессе. Все, шедевр. Возьми, может, и горох зеленый. Слушай, пару килограмм. Ха, расхвалил. Ну давай и маме тогда. Пару килограмм. Риса? Да, такого же. Может, маме затянем мешочек и ты успокоишься? Нет, не надо. На пару недель. Зачем? И булгура, наверное, возьми. Марат, а ты почем нут брал? Здесь по 50. Марат. А ну, было по 57. Все мараты, пишите в комментариях. Ну, цены падают, сегодня праздник. Тут вообще там ценник везде дорепетировали. Ну, хорошо, хоть вторую циферку. Сереж, и еще возьми. Если на взрыв. Она еще болит. Коллега моя, понял? Это Липован, только без оператора. Ходит по базару, что-то песня орет туда-сюда, короче. Сереж, и булгура килограммчик. Это тоже для мамы. А какой? Не знаю. С овощами? Нет, без овощей. Да вот, бери вот, нормальный и успокойся, да. Конечно же. Ну, там есть вермишель, есть обыкновенный. Единственное, что только я вот до этого не дошел еще. Вот, блин. Не-не-не, вот так хотел, что... Но с этим рисом мне даже и руки на него не поднялись. Просто интересно взять, попробовать. Может взять полкило, дать Марату, он быстрее приготовит. Ну, то хочешь, возьми, ладно. Конечно, если Марат. О, услышала, говорит, Марату уже отказывать нельзя. Маратик, Марату, все нельзя. Для тебя, елки-палки. Давай. И гречки пару килограмм. Ты что, у меня тачку видишь в руках? Что ты нагребаешь? Кто это нести будет? А мы же все купили. Что? Мы же все купили. Ну, так легче мне от этого не становится. Она сказала, гречки пару килограмм и полкило Марату вот такого булгура. Да уже возьми килограмм, что ему полкило. Зачем ему столько? Да. Ну вот он же есть как котенок чуть-чуть. Котеночек вы наш. Микун. Не, он же недавно это что мы готовили? А, самую быструю картошку. Не, когда вот это вот ягнят на вертеле проветривали. Принес картошки, короче, там именно вкуснячий. И себе 4 штучки взял. Говорит, мне хватит на 2 раза, короче. Ну и ушел. Так, Марат. Вот эти 4 картошки вот так вот там на площадке и лежат, короче. Да? Так что, да. Ждем, когда теперь прорастет. Теперь мы туда кускус положим. Вот, шикардос. И гречки пару килограмм. И гречки пару килограмм. Смотри, какой дикий. А что это? Ты что, кусается аж прямо? Рис красный. Да. А как это? Ну вот так это. Тоже килийский. А, я знаю. Это вкусно, кстати. Катюня, ты знаешь, что Килия занимает первое место? А на втором Вьетнам, на третьем Китай. А это ты знаешь, по добыче риса. Я люблю такой рис красный. Ага. Ну, долго варится, единственное, что. Вечером ставишь и утром. Возьмешь? Как ты любишь, там, маслечко, там, все, изюмчика, как короче. Как я тебе подаю, да, любимый? Ага, да. Ты что, если не сегодняшний день такой романтический, я бы вскрыл бы эту аферу, но буду молчать до последнего, как рыба об лед, короче. Ребята, чтоб у всех такие поварихи были. Все будет. За то что? Ни целлюлита, ни пузо, ни жопа вот эта вот из трусов выпадающей. У меня? Да у меня, ты же мне готовишь. Пауза? Какая пауза? Звони Марату, пусть приходит и помогает мне, елки-палки. Свой кускус нести. Там нам идти полдня до машины сейчас. Я уже, ох ты. Давай, ставь на паузу, я подкачаюсь. Ты же сказал, что ты сегодня планку стоял уже. Ну так и что? Это же было утром. Сколько денег? 680. Ага, это со скидкой праздничной, правильно? Было 720, сделали 680. Давай, бабки. Нет, что кому я куда помню, что Марату, что маме, я не знаю только где наша. Давай, деньги. Спасибо, и тебя с праздничком. Все, Катюня, слышь, я кабриолет потихонечку гружу. Что ты говоришь? Ты так молчишь, как будто бы очень много сказала, я что-то профукал. Сметану не нужно, нам нужно. Интересно, ты спрашиваешь, сразу отвечаешь. Но если нужно, то иди. Сюда, на это, на эко-сметану? Да. Только сметану, больше ничего не бери. А, нету ничего, доброе утро. Ты шо, здорово? Обалдеть. Со скольки же вы работаете, что мы все время поздно?
Дайте одну брынзочку, один творог для мамы. Брынзочку и творог, да? Угу. Правда, нет? Нет, еще есть. Одна у нее еще есть. Как ни странно, есть бурата, ничего другого нет. А брынза есть, да, еще? Ни срачелы, ничего. Дома брынза есть? Ну, если ты ее не уничтожила, то есть. О, давай. Как это понимать, уничтожила? Ну, позавтракала. А ну, иди сюда. А, есть лимон. Смотри сюда. Ото. Ото? Ото именно, да. А ото? И АОТО, короче, сейчас возьмем что-то и того, и того. Я тут сижу. Это не сало, вот то. Подваренное, это вообще губами едят. Это я даже не знаю, что сказать про него. Просто. А мне вот это очень вкусное. Ну, оно у тебя красивое или вкусное? Мне вкусное. Ну, сало все вкусное. Ну, бывает очень вкусное, бывает мега вкусное. Вот у ребят и то, и другое. Сарделечки будешь домой брать, любимый? Обязательно. Я тебе их тоже утречком буду варить, подавать. Да успокойся ты уже. Я уже не могу это слушать. Ё-моё, не натягивается этот фурик, короче, аж на уши. Он только так натягивается. Ну, ты сегодня в ударе, конечно. Сегодня же 14 февраля. Знаешь, как на 8 марта мужчины. Так что, может, зарабатывать? Салют, братик. Здравствуйте. Были. Эх, ты что? Занимай очередь с какой стороны? А что, он один давай сегодня? Давай с этой, давай с той. Где, у кого свободно сегодня? Привет. Здравствуйте, доброе утро. Так. Здрасте, здрасте. Здоровенькие были. Давай нам, я буду тыкать, а Катюня будет платить. Нам вот такого, вот этого вкусного. Вареного. Вареного. Та штучки три, дай красивые. Что? Вот длинненькую эту давай, чтобы перед тобой, да, вот ее. И что-то еще побогаче, там кусок какой-то. Да есть нормально, это не все красавцы будут. Ну вот мне надо самые три красивые. Все будут царские. Царские, понятно? Прямо царские, да. Потом вверх на лодке не кататься. Руслан, здорово. Доброе привет. Утро. Привет, дружище. Потом вот того сала тоже интересного. Вот прямо пластинку, да, возьмем? Солененького? Да. Солененького, потому что мягенького, который губами... Натягиваешь и... А мне тоже надо маме кусочек сала. Захотелось. Я сразу быстренько скажу. Ребята, извините, наша мама нормальный человек. Просто все думают, что... каких размеров у нас мама, что у нас столько ест. Ну, просто не часто ходим на базар, да. Но если уже делаем, то делаем красиво. А мама не одна, у мамы есть прабабушка. Внуки там постоянно, так что... Не переживайте, комментаторы, которые там срочат, что же это за мама. Самая любимая. Вот такой вот давай. Или тоже посмотри, самый не, такой шедевральный. Я отрезал, шикардос? Не, он весь, ему весь. Не, это мне надо весь, да. Это мне надо пацанам вкусно сделать, да. Сейчас не сделаем. И маме пошукаешь что-нибудь еще. А маме тоненький небольшой кусочек. Хорошо, маме сейчас сделаем. Такой, но хороший. Ну хороший. Ох ты шо, ё-моё, Катюня, а ну-ка, вытягивай давай туда свой штатив. Обалдеть, как ты красиво исполнил. Маме не надо столько много? Не, а маме нет, конечно. Половинку, может, три. Да нет, маме вообще кусочек. Третью часть, короче, лупи от так этого. Так ты это ж пацанам хочешь взять все, нет? Нет, пацанам я взял другой большой. Нет, да нет. Ты еще не брал, вот это я пацанам сделал. А, ты это пацанам сделал? Да. Хорошо, это оставляй пацанам, не режь. Да. Все, а теперь маме небольшой кусочек. А маме небольшой кусочек. А нам 300, да, 400. На два человека. Я режу ленточку такую красивую. Ха, вот, да, давай. Все, шикардос. Ты что, масло? Вот так вот. Это будет маме. Отлично. Йо, БВГД. И сарделек штучек 8, 10, 12, может 15. Не, возьми себе еще колбаски вот той вкусной. Серег, я сделаю пополам, чтобы удобно было. Добро, да. В один пакетик. А почем вот это подваренное, хоть там люди интересуются? 290, да? А вот это солененькое? Это 300. Понятно. Цена как для тракториста, елки-палки. Ну. Ты шо? Огонь. Сарделек штучек 8. А колбаска нужна? И колбаски докторские. Не мне, Ульянушке. Ну, не докторская, наверное, вот это с мяском. Докторская хочешь? Давай руслановской. Руслановская, мне кажется, вкуснее. Но я люблю больше докторскую. Ну, бери какую хочешь. Хорошо. Так что, докторская? Да, докторская.
А мне для мамы Руслан, какой там? Как вот, она, вот, там? Вот, вот второй, мяса, который тоже. Да. Полкило. Колбаса калейдоскоп называется. Да вот по колечко отрежь. Во, да. Хватит. Они с Ульянушкой будут кушать. Ульяна, ты что, за ноги не оторвать? Она как вгрызается, что маленький питбуль. Елисейка просто говорит, я хочу, и не кушает. А это молчит и ест. Так, и сколько Руслана сказать? Столько тоже же? Такое же колечко. Да. А там еще любительское есть? Ассортимент такой, что я даже боюсь сюда подходить там. Обалдеешь, и всегда свежее. А зельц какой, Катюня, елки-палки. Я вот на него смотрю. Я тоже вот сейчас на него смотрю. Ты не понимаешь. А он печеный? Он любимый, елки-палки. Вот на него смотришь, и давай мне кажется, возьмем, что он уже, короче, помазанный такой именно хреном. Может, возьмем кусочек? Нет? Что? Мне можно? Что же, он же вареный. Я что, тебе доктор? Конечно, нельзя. Чего? Ну, а зачем спрашиваешь? Дайте вот этого зельца, красивого зельца вашего. А это, вы его это, как резать будете? Это же языковый, как хочешь. Хочешь сразу диаметр в рот тебе сейчас сделают? Да, хочу ленточку пошире и ее напополам. А ну, я буду говорить. Еще чуть-чуть. О. Ты или снимаешь, или снимаешь. О, там. Я там замерла. И напополам. И два кусочка. Гулять-то гулять. Сегодня же праздник. Конечно. А лето еще... ты его не любишь и не празднуешь. А лето еще не скоро, да. Ох, какой красивый. Слушай, Сегодня там что-то. 8 марта. А можно мне отрезать кусочек? И что, цветы не будут продавать? Съесть. А я не знаю. Еще как, доживем до 8 марта, узнаем. Ох, Сережка, понятно? Ох, Катюня. На, любимый, тебе первый кусочек от моего. Угощайся. Как утром я тебе подаю завтрак. Ой, блин. Мне хватило аромата. Ты сиди спокойно. Кушай, тебя я не могу так. Я если сейчас начну, то гавкнула наша съемка. Сейчас буду есть, что угорелый. Сплошные язычки, понимаешь? Меня аромат покорил. Просто бесподобно. Он же умеешь есть как человек. Ни чмяка, ни сербая. Слушай, ты договоришься сегодня уже. Ну просто уже надоел. Ну честное слово. Ай, ферсик, а не человек. Угу. Терпеливо. Помидора это... не хватает. Терпеливо это пора до времени. Ты не уже на экран брызжешь, спокойно. Сейчас брызну. Давай. Где ребенок? Сколько там денег? Ребенок в очереди стоит. 1800, правильно? От каждого минус по 100. От каждой позиции или от каждого человека? От каждого нас. А, все, а ты говоришь. Давай. 1600, правильно? Да. Вот это набрали, конечно. Ты понимаешь, как я твою маму? Можно я уже буду рассчитывать? Люблю. Тогда жовывай и рассчитывайся. Здрасте. А кто крайний за тюльпанами? Мы будем. Это в горшочках, Сереж. Что, все? Нет, букет 140, нет. Горшок 200. Хорошо. Мне не надо. А я не тебе. А кому? Дочке хочу. А-а-а. А дайте мне красивее, пожалуйста. Ну, вот эти тогда беленькие бери. Ты хочешь беленькие? Ну, если бы тебе, еще другое дело. Подумай, ну, если тебе надо, так я тебе дам выбор. Не, я хочу розовенькие, красивые. Ай. Прям весенние такой, да, прямо такие красивые, как Ульянушка. Так, розовенькие из какой бумажки? Розовенькие из прозрачной. Какой вам давать? Да, с любой. Там не с любой, я вас умоляю, все равно. Так, сколько вы сказали? 140. Вот, будьте так добры. Видишь, как сдачи пригодились? Ты что? Благодарю, спасибо огромное, еще и скидочку сделали. Ёшкин ты, кот, Катюня. Что я хотел сказать, ребята, всех девочек с праздником, маленьких, больших, мам, бабушек, прабабушек, с праздничком, шикардос. Ого, как это нести? Так, давай. О, смотри, Сережка. Что? Ай, красота.
Катюня, иди сюда, занимай очередь. Чего? Ну, а тебе что надо? Тебе что-то надо? Кусочек какой-то рыбки я хочу. Ты пока определяешься с рыбкой, покажи людям цены, посмотри. А он, набор для, думаю, елки-палки. Прочитал, набор для и... Ухи. Какая хочешь. Вот я все больше и больше хочу моевочки. Какой? Какой? Есть и копченая, есть и сырая. Не, сырой. Не сегодня, но я уже поглядываю. Да, она у меня, как это, не по рыбе. Поэтому тут можно говорить, что? Нормально? Да, это килька. Это не моева. Моева вот то. Почти одно и то. Длиннее, красивее. Ну, в твоем случае, да. Ты посмотри, какой сегодня Матиас. Где? Посмотри, какой Матиас сегодня. О, да, Матиас шикарный. Вы что, с выставки привезли? Где вы взяли такую красивую? Я просто не бросала. Ай, блин, красотища. Салака, смотри, какая. Это ваша. А? Шикарный. Согласен. Ну, ты хочешь себе Матиас взять? Ну, уже хочу, получается. Ну, да. Привет. Что, как дела? Все нормально, карася нет, да? Нет. Ты что, тишина, елки-палки? Пипец. Угу. Не, у нас там еще есть там пару-тройку килограмм. А ферина почем? 70, целый брикет. Ой-ой-ой. Взял и цацки-пецки плачут у тебя. А это... Короб зеркальный. Имеет запах? Я хотел сказать сом. Нет, да я знаю, я для нее стараюсь. Для нее стараюсь? Ага. Не, она у нее молодец. Он не имеет запах, Сереж? Нет. Запах рыбы. Only you. Я тебе карпика сварю. Он. Ты что, хочешь маме? Нет, себе. Так возьми. Да? Да. Давай. Небольшого, маленького. Ну учти, он жирненький будет. Чего жирненький? Ну зеркальный он такой, как поросеночек. Поняла? Прям хочешь, откуси, попробуешь. Прям жирный будет? Ну, такое как. Ну там должен быть жир рыбий, елки-палки. Тем более это полезно. Для головы, для мозгов. Рыба. Я сейчас не шучу. Серьезно говорю. Наталочка, дай. Какой небольшой? Да вот самого любимого, да. У какого губы красивее, да, вот такого. А ты мне его сваришь или запечешь? Запеку. А потом сварю. 193. Ну, отлично. Не, запеку тебе на мангале. Фольге, как ты любишь, да, чистое здоровье. Там ни соли, ни перца, ничего. Ты прям такой к концу видео покладистый стал, мягенький. Я что хотел сказать, что? Да, ну бываю вредный, ну что ты поделаешь. Ну, ой, бываешь очень вредный. Ну бываю вредный, ну что ты поделаешь. Ну бывает ну, очень вредный. Ну бываю вредный, ну что ты поделаешь. Ну, давай, извиняюсь. Устал, Сережка? Ну такое. Так, ой. А понабирали, как обычно, ничего не надо было, взяли еще и рыбу. Как по-другому можно у нас на базаре, а? Какого бы ты сюда ни шел, голодный, не знаю, там, сытый, в плохом настроении, а выходишь, ты все равно полные руки, море радости, немножко в шоке, где делись деньги, короче. Ну, ты такие. Короче, друзья, всех еще раз с праздником. Мира, добра, хорошего настроения. Да, что я хотел сказать, кстати. Если там у кого-нибудь, там, вдруг вы знаете, что, короче, плохое настроение, и он там записывается в очередь, там, к психиатру, короче, кому-то... Кто, одно другому не мешает. Кто людям в мозги вправляет? Так и скажите, не надо, сэкономьте деньги, порекомендуйте либо ванну и получайте с нашего канала только хорошее настроение. Замечательный аппетит, море рецептов и всего самого доброго для наших мам. Ну и для всех, конечно, людей на свете. Хороших. Катюня, о, спасибо. Держи двери, стоишь, елки-палки, тоже мне. Что ты уже взяла? Что ж ты такой грубый сегодня? Это в честь праздника, что ли? А? Или ты сегодня в сценическом образе, я не могу понять. В каком? В сценическом. В сценическом? Да. Я клюкочку взяла. Я думал, ты мне двери... ну я же просто не... Я думал, что ты совсем уже про меня забыла. Двери надо держать. Ты не знаешь, как ухаживать за... Женщиной. Начни с мужчины. Здрасте. Здрасте. Сначала. Здрасте. Катюня. А,
Что, ребенок здесь пусть в очереди стоит? Нормально. У нас хорошо, у вас я вижу лучше. Обалдеть, елки-палки. А может, мы уже успели? Ну, мы взяли готовое, нам надо ребятам. А это какой фарш? А почем хоть что? Цветы хотела? О, мне нужен килограмм, да. Все, а нам килограммчик. Почем? 160. А почем надолго сало? 200. Все, видишь, а посолишь уже 300 стоит. Елки ты палки. Вот тебе бизнес, блин. Говорил тебе оператор. Ай-яй-яй-яй-яй. Отлично. Нормально. Порядочек. Что еще? Свининка почем? Жирненько, наверное, 200 гривен. Мясо 180. 180-200? Ты что? Вырезка свиная. Так само, как шейка 200 гривен. Тоже 200 гривен, да? Ты что, красота? Ё-моё. Да, курочка тоже домашняя. Тебе надо тут какой-то барьер ставить, чтобы люди... Чтоб... Шашлык просто бомба. Слюнями не забрызгать. Она мраморная. Катюня, почем? Покажи сюда, смотри. Японцы за такую бы не знаю, там, только за посмотрели бы 500 йен дали бы. Хотя я не знаю, сколько это в деньгах. Да, 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 там видно, что отлично кормленное вот так вот. Сегодня зернышко, потом травичка. Да, на утро овсянку варил. Потом овсянку с изюмом, не, рисовую кашу обычно варят. С изюмом, с маслечком, с курагой, со всеми делами. Так, ясно, понятно. Як є? Что там? Да мы вчера звонили, вырезки же много не бывает, поэтому мы там Жене забронировали, сейчас надо будет у него забрать. Пошли у него свободно, подожди, быстренько. Сейчас я... О, чуть-чуть не забыл. Маме не надо? Нет. Маме мы столько затарили, что... Да-да-да, уже все знают в Одессе, что у нас мама самый молодец. Денег давай, сколько денег? Мы смотрим, 210. 210, все, порядочек. Мы же смотрим. Ага, спасибо вам. Кило 960. А Женя весь в работе, Катюня, посмотри сюда. Ёшкин ты кот. Были бы перчатки, я бы потрогал. Ой-ой-ой, потрогай. Обалдеть. Ну так я потрогаю, придется купить. А вырезку, видишь, припрятал где-то. О, здоровенький был, нормально, порядочек. Как... Да? Я приходил неоднократно, это был выходной, елки-палки. Там надо было что-то порубить. Может быть, раньше я пришел? Нет, это даже был какой-то день, тут один Женя стоял, никого не было, мы заходили. То, да, мы там хвост искали, короче, нахуй. Привет, Герман, Юра, привет. Юра? Да. И что, как почему, там? Знаешь, Данкишон, Битышон, что? Тебе подписан, и он говорит, ага. Я всегда смотрю, говорит, привет, передай, я передаю. Не, у нас много подписчиков во всем мире. Да. И Юре отдельный привет. Вот. Все, спасибо огромное. Что, это ты уже нам приготовил? Ёлки-палки, две штуки, одна в Одессе. Одна в Одессе. Все. Одна на Киевском, другая на... А другая приехала, короче, да, где-то домашняя. Так, что мы еще заказывали? Еще и сало заказали. Все, сало давай выбирать. Почем вырезка? 300. Понятно, а вот такие вот это вот... Рибай 180. Рибай, елки ты палки, ты что, это мечта любого, у кого есть гриль. Ага, у меня есть гриль, и я тебе мечтаю. Ладно, полежи. Пошли сало выбирать. Это я тебе сказал. Посмотри на это мясо. Марат. 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 Катюня. А ну да, я сейчас сделаю спецэффекты, короче, ну наедь поближе, просто вот, ну просто прокатись. Ты представляешь сейчас на телевизоре, ты, деревня, ёшкин ты кот, дай людям красиво кайфануть, вот так вот. Протяжечку надо делать, поняла, короче? Потом ляп и нырнула в самое мясо. Запомнила? Учись, студент. Давай, тихо. Ой, мадам, я извиняюсь, проходите. Сало. Салка. Тебе с мясом или без? Катюня. Не знаю я, хорошая. Давай я сделаю одну полосочку вот так. Все, о, да, великолепно. Или вот такая часть. Вот такая часть надо. Еще одну полосочку бомби. Ты что, бритва, обалдеть. Да, да, так я и говорю. Дай, да я знаю, дай потрогать уже на мое. Я тебе говорю, Катюня. Слышь, вруби вспышку. Ну сделай людям приятно. Ну тебя же смотрят на больших телевизорах. Ну посмотри, ну пусть это сейчас, как это, в этот момент хочется застыть. Поставить на паузу, сбегать за борщом, короче, вернуться к телевизору и дальше продолжить смотреть Липована. Ёшкин ты кот. Ты шо? Обнимемся? Легко. В честь праздника. Давай. Слышь, а если я тебя этот, по щечкам тебе помажу? Не слышь, надо. А помада гигиеническая не хочешь? Давай, себе? Давай себе. О-о-о-о. Держи, кидай. Да, Сережа. О. А, я хотела об себя, это все-таки лучше любого крема. Сереж, мне надо записать все это.
диктуй громко, сама себе фильмоскоп, потом садишься вечером, наливаешь себе чайку, мажешь вот это вот зель с хреном, включаешь липоману и сводишь калькуляцию. Так, тряпочка тебе, записывай. На, держи. Да. Сало вышло 2,5. Великолепно. На 500 гривен. Все, меняемся. Я тебе тряпочку, а Катюня тебе деньги. Ага, а я тебе мясо. А ты мне мясо. 1250. Договорились. Слышь, нормальный сегодня хороший, красивый базарный день. Прямо пестрый, что мама дорогая. Что там Жека тебе говорил? А сейчас он расскажет. Ну, на теплый салатик можно еще. Давай, освободи себе руки, я пока деньги подержу. Ага, а ты хотел что-то очень важное сказать. Смотри, короче, аналогия вырезки вот если в кострице. На теплый, да, если на теплый, на теплый салат, да. Нежнейшее мясо, вот шапочка кострица. Просто так же и стейк с него классный, и теплый салатик, и запечь, и без строга. Это человек не профессионал, говорит, да, ну, что покажи, именно в кострице, вот шапочка, да, видишь, вот какая вот есть вот. Вот такую вот полосочку себе, да, отрезаешь, и вот это вот мясо, mm-hmm. Ой, я его только что потрогал. Уже хочется врезать, но нам сегодня некуда, так что я запомню. Поняла? Шапка кострица, да, мы возьмем, обязательно попробуем. Говорит такое, что губами можно есть. И буженина с него классная, и бестроганы нежнейшие. Стейки. Слушай, с таким красивым мясом, я думаю, что ну, это надо быть еще тем интересным человеком, чтобы испортить любое блюдо. Как я говорю, главное мимо сковородки не промазать, елки-палки. Слышишь, все остальное будет шикардос. А это что? Это вот этот желудок? Нет, это щека. А, это щека. Это мясо обрез головы говяжьей. Это берут для живота. А, я думала, что это желудок. Но он тоже такой пупырчатый. Желудок он чуть-чуть не такой. Рубец, да. Мы нашли рубец, да, сварили хаш. Конечно, мы там варили его 5 раз, сливали воду. Но вы брали хаш. Брали уже чищенный, белый, да. Понятно, да, там надо с него головника столько почистить. Даже с этим чищенным 5 раз мы меняли воду, чтобы получился именно шедевр, да. Но это бесподобие, это, я не знаю, это кальмар какой-то. Да. А я смотрю, что мне все лучше и лучше становится. Эх ты, спасибо Марату и его рецептам. Так что мы рассчитались, благодарочка тебе. Хорошего дня, чтобы до обеда все продал. Ну, а я попердолил как-то это все аккуратненько. Ну, может, ты уже людям скажешь хорошего дня, до новых встреч. Люди, хорошего дня. Так для ты хотела? Сегодня ходил по базару, показывал цены. Вот чего-чего, а суфлера мне не надо, слышишь? Вот тебе на тебе. Короче, друзья, я от всей души и с хорошим настроением. Сегодня в замечательный день, даже в такую сырую погоду. А у погоды что? Нет плохой природы. Короче, как-то так. Короче, для вас сегодня бегал по базару. А я скажу вам. Всем пока-пока. Чао.